Медработники в одной из больниц американского штата Мэриленд уже много недель лечат пациентов с коронавирусом. Посещения родственников запрещены. Медсестры и врачи рассказывают, что им кажется самым сложным во время их смены. Я бы сказала, что сложнее всего было, когда я вставила трубку в трахею моей пациентки, поскольку она больше не могла дышать самостоятельно. После этого мы позвонили мужу, который, конечно, не мог ее навестить, поскольку посещения запрещены. Я приложила телефон к уху пациентки, и он говорил, что очень сильно ее любит. А потом мне нужно было вытирать ее слезы, она плакала. Одним из самых сложных моментов было видеть родственника пациента с COVID, который прощался с ним по iPad. Это было тяжело. Не могу представить, насколько непросто, когда прощаешься с кем-то и не можешь его увидеть, а потом человек умирает. Состояние моего пациента сегодня сильно ухудшилось, и мне нужно было позвонить его жене и сказать об этом. И она не могла прийти и увидеть его, несмотря на то, что просила и умоляла разрешить ей. Сложно видеть молодых мам с COVID, которые только родили. Мы помогаем им всаживать молоко, поскольку они не могут быть со своими новорожденными детьми. Тяжело понимать, что им очень не хватает родных. Когда думаешь обо всех тех пациентах, которых видела вчера, то начинаешь понимать, что вирус затрагивает не только пожилых, он затрагивает всех. Он затрагивает спортсменов, сильных людей без сопутствующих заболеваний. Он может затронуть любого. Самое сложное – заботиться о своих коллегах. Очень страшно, когда понимаешь, что на их месте могла оказаться я, и теперь тебе нужно их лечить. Также страшно, когда понимаешь, что если заболеют врачи, то некому будет заботиться об остальных. Самое сложное во время смены было видеть пациентов с COVID, которые были беспомощны и умирали в одиночестве вдали от своих родственников. США в целом выявили более 614 тысяч заболевших коронавирусом. Смертей в стране более 26 тысяч.